Всем привет! Сегодня у нас в гостях Даша Ковач. Даша, мы знакомы достаточно давно, несколько лет, 4 года, супер. Даша начинала как дизайнер, и у нее очень интересная история. Она занималась дизайн-темой и постепенно перешла в очень полезную, классную сферу, связанную с поиском уникальности. В общем, Даша помогает людям зарабатывать больше денег, насколько я понял. Даша, скажи, чем ты занимаешься? Да, так и есть. Всем привет. Я синтезировала педагогику, психологию, маркетинг, знания системы, все в одно дело. И действительно нахожу уникальность людей, потом на эту уникальность выстраиваю новый продукт. И за счет этого получается очень классно зарабатывать. Прям... Сейчас с этим мы обсудим, да. Как ты перешла из дизайнера, вот этот путь интересен, в человек, который помогает людям? А я всегда помогала людям. Вот, у тебя же образование педагогическое. У меня педагогическое образование. Когда я пришла к тебе учиться в 2018 году, я уже занималась еще педагогикой, делала дизайн-проекты, и у меня все время они очень альтруистичные были. Я помогала то пенсионерам, то людям с ограниченными возможностями. То есть у меня все время какие-то были благотворительные проекты. И это с дизайном было связано? Это было с дизайном, да. Так, то есть это планировки там и так далее. Как ты дальше решила идти? Потом я поняла, что это не, ну, с точки зрения нравится, и получается у меня это очень хорошо все тут вот заполнялось, но мне хотелось добавить, где же там деньги, ну где же деньги в этом во всем, да? Ну, я но уже... это путь, кстати, для многих там творческих людей, даже вот мы были на конференции, там очень-очень много людей там подходили и говорят, вот, поднимали руку, у нас... Все классно, все нравится, здорово, но вот не получается зарабатывать. Да. И ты в такой же ситуации была. Конечно, конечно. И мне было очень интересно разобраться. Я вот как раз в 2018 году на VIP-дне, я надеюсь, у нас получится найти тот отзыв, когда я говорю, я хочу понять, где в дизайне деньги. Вот, я интуитивно понимала, что это комплектация, но как это вот привязать, как-то включить, у меня не получалось. И когда я начала учиться... Прописала один раз первый модуль, второй, третий. А чему ты училась? А я на лайв к тебе пришла. Ага. И я очень много раз, много итераций проделала вот этого первого модуля, когда ищется идеология, философия, пишутся принципы, студии. Я вдруг обнаружила, что можно продавать мини-услуги, мини-продукты такие, да, которые, ну даже консультация, которая будет гораздо больше мне приносить, чем весь тот проект, да, вот, долгосрочный. И я начала вот это пробовать. И ты придумала, что вот первая вот эта часть, которую ты долго там копалась, да, сама, она сама является ценностью, и ты стала своим друзьям, коллегам и заказчикам тоже эту часть давать. Да, но это подожди. Это еще рано. Окей. Я это применила в дизайне интерьера. Я начала делать экспрессы, конечно. То есть я еще тогда вообще не понимала совершенно. То есть это было твоим первым вот этим ключом, как монетизировать дизайн-сферу. Да, нужно, вот, то есть, вот этот микропродукт, в котором я максимально сильная, в котором, который максимально полезен моему клиенту. И вот это вот, и мне это очень нравится. То есть никто так не может вот прийти помахать руками в пространстве, да, и через 3 дня сделать его очень классным. Ну, так дизайнеры не работают. А заказчику нужно, и он готов, и доверяет. Да, часто заказчику нужно, конечно, полностью там все сделать, да, и там по системе, и дизайнеры это понимают, но он это сам не осознает, и получается, что работая там с тобой, ты, получается, как мини-тест-драйв ему давала и приходил клиент именно к тебе. То есть это для тех, кто нас смотрит, если дизайнеры, одна из фишек, да, которую ты применила для того, чтобы привлекать клиентов. Да, я ее абсолютно рекомендую. То есть вот выделить дальше какую-то часть небольшую, да, для того, чтобы, конечно, клиенту помочь, причем, просто в чем-то. Причем можно, это может быть даже комплектация. То есть я несколько лет комплектовала один объект. Просто комплектовала. Я, конечно, туда пришла, мне захотелось там все переделать, но я решила, мне нужно научиться просто комплектовать. И я комплектовала этот объект, вот прям у меня хорошо получилось. Когда мне говорят, что комплектацию невозможно продать, я теперь говорю, нет, ребята, это все возможно. И даже вот еще в прошлом году у меня был такой проект еще, да, то есть вот
Такие проекты приходили ко мне, и, может быть, даже еще могут приходить, но я уже им отказываю. Это по дизайну, да? Дальше что ты делала? Да, это, вот этот опыт мне позволяет сейчас сказать, что убрать вот то убеждение, что это невозможно. Потом я с этой темой вот экспресс-апгрейд интерьеров выступила на дизайн-конференции в 2019 году. Быстрый результат в маленьком продукте. Четкий, недолгий для клиента. Да, причем пошаговый и абсолютно, знаешь, такая классная тема получилась, что он долгосрочный, этот результат. У нас была цель организовать пространство так, чтобы оно не захламлялось. То есть там не то, что... Жилой офис, что это было? Это офис был, офис, да, ага. Офис. Чтобы удобно было работать. Чтобы там было красиво. То чтобы есть клиенты там... приходили и... Да, и делали селфи там постоянно. Ага, классно. Вот, и... Для бизнеса актуально. Получилось очень, очень здорово. Мы через... Ну, то есть вот за неделю мы сделали вот прям пошагово, вот не переходя на следующий этап, да, вот, то есть у нас были конкретные шаги, мы их, вот эти вот шаги, начало, результат, да, все проделывали, и я через год пришла, не предупредив, и там был абсолютно такой же вот порядок, как я оставила офис год назад. Это очень классно, потому что я пришла в... Ну, это говорит о продуманности решений как раз. Да. Так, да. Супер, окей. Интересно. Дальше? Что было? А дальше было что? Мне предложила Даша Ягодкина сделать интервью, упаковку вот этого продукта. И когда она мне начала задавать вопросы, я была в восторге. Ну как это вообще? Я говорю, как ты это делаешь? Мне стало просто интересно этому научиться, потому что у меня было столько осознаний вообще. И первое интервью такое мне удалось провести в августе 2019 года. А что за интервью? Что там, в чем суть? Интервью, суть в том, что есть вот твоя книга, энциклопедия, дизайна. Она по ней прям шла? Она по ней шла, и я тоже по ней шла. То есть я очень рада была этой книге, ты используешь эту фотографию у себя, потому что там а была ты, да, прислала классно, масса. Вот, эмоционально. Очень, у меня, я вообще ждала эту книгу очень, потому что там есть еще и моя небольшая цитата вот, из моего опыта как раз комплектации. И, значит, вот это такой мой амулет, да, и там вот эти вот вопросы. И я начинаю их задавать человеку, ну, просто вот последовательно, там вот эти 20 вопросов, и там раз поднимать стоимость за свою просто работу. Просто задавая вопросы? Да, там человек отвечает. Магия какая-то. Вообще сейчас магия. Сейчас скажут все маги нервные, что это такое. Слушай, я вначале так думала, потом оказалось, что не все могут вопросы задавать. То есть еще нужно не только вопросы знать, но еще и правильно как-то задавать или что? Нужно знать, да, нужно понимать, к чему эти вопросы. То есть просто тупо вопрос задать, этого недостаточно. И поэтому я очень долго недооценивала эту работу свою, да, то есть я не воспринимала ее серьезно. Мне казалось, ну, ничего сложного. Возьми книгу, прочитай вопросы, и все. Заполни ответы, да. И повысь стоимость. Да, все же просто. Но не получалось, да, у людей самостоятельно? Нет, и у меня, кстати, тоже не получалось, и это очень трудно. Ну, то есть себе это невозможно, вот в чем дело. Я, в общем, помимо твоих вопросов задавала еще другие вопросы. И когда я их задавала, я видела реакцию человека. То есть ему неприятно, или он... наоборот, очень рад об этом поговорить. И, ну, в общем, вот начала наблюдать. И я увлеклась этими интервью, мне они очень понравились. И когда... А интервью о бизнесе и о человеке, да, у тебя вопросы какого характера? О его бизнесе, о человеке, о его клиентах, а как ему нравится. Там... Какой продукт, да? Вот да, какой что... А с кем тебе приятно работать? Может быть, есть какой-то неудачный объект там, или проект, а что там было? Просто расскажи. В дружеской беседе, я так понимаю, да? Вот, да, прям как мы сейчас с тобой сидим, и мы беседуем, и вот это занимает там 3 часа вообще. То есть за 3 часа у человека просто структурируется в голове картина он его бизнеса. Понимает, да? Он начинает понимать, куда расти. Кто-то закрывал после меня свои бизнесы, проекты. Тоже хорошее решение. Это вообще, я думала, это неудача моя какая-то. Понимаешь, то есть было абсолютное искажение.
И в 2020 году, когда случились вот всякие события, да, нас там изолировали, мы сами изолировали. Сейчас каждый год какие-то события, то есть уже нормально. Но я к тому, что я в пандемию зашла с 9 проектами, там были дизайн интерьеры, какие-то еще проекты, и я просто поняла, что мне нужно оставить что-то одно. Сфокусироваться. Вот, да, потому что вот сидеть на нескольких табуретах, это просто, ну, невыносимо было вообще. Я начала уставать очень сильно, перегорать, и, в общем-то, рискнула в какой-то степени, да, и оставила вот это интервью, ну, потому что счастье у меня было большое, когда мне человек говорит: «Даша, я поняла!» Вот эта вот эмоция, это прям такой заряд классный вообще. Обратная связь. И я, собственно, на этом заканчивала интервью, и потом, связываясь с этими людьми, да, либо мне там присылали отзыв: «Даша, я начала брать деньги за бесплатные консультации, когда я их, ну, когда-то я их делала, или там я подняла стоимость на 40%. У тебя разные бизнесы, да, не только по дизайну, я так понимаю, но и другие люди консультируются. Да, я тогда начала пробовать. Вопросы одни и те же для многих людей подходят, кто, ну, ищет там себя, свое дело, предприниматель. Для кого? Вот, понимаешь, я начала пробовать для всех. Музыкант, художник, психолог, коуч, дизайнер, руководитель студии, сейчас не вспомню, в общем, спортивная огромная кластер спортивных организаций. Это вообще, это что-то очень огромное, переварить не смогла, пришлось отказаться. Поставщики, но да, я тоже хотела... у тебя? Да, потом поставщики, потом те, кто работает с дизайнерами, подрядчики. Слушай, какой большой. Вот, видишь, как. Вообще, да. Я в шоке. Даже риэлторы. И везде у тебя есть успешные опыты, кейсы. Да, то есть задавая вот, ну, то есть я поняла, что я задаю не только те вопросы, которые указаны в книге, а я задаю вопросы про систему. Я задаю вопросы маркетингового характера. То есть я разобралась, как работает вообще маркетинг, психология маркетинга тоже благодаря там твоим курсам, моему опыту, бэкграунду, да, моим родителям, которые работали в сетевом маркетинге, там вообще очень этому огромное значение уделялось. И, в общем-то, вот, то есть вот это вот все такое, оно начало синтезироваться, проявляться, и вот эти вот результаты, да, вот они. У тебя родилась некая твоя методика, да, по которой ты ведешь, именно вот твоя, какая-то внутренняя, и технология. Она не сразу родилась. Угу. В прошлом году, вот летом, я еще была без технологии, но я понимала, что у этого продукта есть огромный потенциал. То есть мне каждый говорил, кто получил результат, они говорили: «Даша, это стоит дороже», или там: «Это гораздо больше, чем ты думаешь». Но как? Это так звучит абстрактно, да, очень. Тем более, что не у всех получалось. У кого-то не получалось. Почему у кого-то получается, у кого-то нет? А вот, да, я начала вот это тоже разбираться. У кого не получается? Кто пришел, ну, вот ради интереса или с предубеждением? Кто не испытывает вот этой вот нужды искать? То есть вот... Который ищет какое-то волшебное решение, да? Да, не или через там, себя, а через или что, там, да? ну давай, вот я хочу, чтобы меня воспринимали, ну, то есть там это около упаковки что-то, да, то есть я заявляю, что я делаю смысловую упаковку, и вот давай ты меня сейчас упакуешь, чтобы там на меня мой клиент смотрел и плакал вообще, как хотел бы, это я цитирую, да, плакал, чтобы вот как хотел бы со мной работать. Я говорю: ну, круто, это возможно, да, если у тебя есть материал, который будет за этой упаковкой. То есть упаковка — это просто голограмма, да, там нужно, ну, я так работаю, я не делаю пустышки, то есть я выстраиваю, вот, ну, работаю с тем материалом, который есть. И там ничего не оказалось. Ну, то есть там только много маленьких идей, это все разрозненное. И много желания, продукта нет, да? Да, 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 да. Супер. Да, и таким ребятам я помочь не могу, или тем, кто вот хочется такой мыльный пузырь красивый. Хорошо, а кто твои клиенты? Вот кому ты с удовольствием помогаешь? Вот ты озвучил поставщиков, да? То есть я поняла, что я работаю именно с руководителем. Я работаю с руководителем тет-а-тет. И поставщику я могу помочь, у которого вот именно личный бренд, то есть именно личность, да. Я могу помочь эксперту, то есть он работает, стряпает печеньки, но сомневается в себе, да, кажется, вот надо еще подучиться, я еще недостаточно хорош, чтобы поднимать стоимость. Я все равно стараюсь, чтобы уже у человека какие-то были предприняты действия, но вот он
как бы чувствуют, что либо вариантов много, да, развития, либо ну, какой-то тупик. И вот, вот когда есть вот эти данные, mm-hmm. тогда я точно могу помочь. То есть есть запрос, есть какой-то материал, с которым можно работать, да, и вот даже за 3 часа я могу уже... Ну, а что я заметил, могу вот описать, да? Первое, это есть либо расфокус, слишком много всего. Да. Да? Либо, ну, наоборот, непонятно, что делать, да, какой там свой следующий шаг. И при этом должна быть какая-то экспертность у человека, что уже что-то должно получаться. Да. Да. Супер. Тогда это складывается. Да. Отлично. А расскажи какие-нибудь примеры, кейсы. Я знаю, что ты любишь эту тему, потому что всегда интересно рассказывать о результатах. Кого-нибудь вспомнишь? Я вспомню, конечно. У меня... А мы хотели про технологию с тобой. Давай. Давай мы поговорим Давай. Об этом. Потому что тут тоже прямое твое участие есть. В августе ты мне предложил поработать, да, с продажами. И когда я к тебе пришла, я поняла, что вот продавать мыльный пузырь я не хочу. И я в срочном порядке начала заниматься структурированием того, что есть. Честно, вот пока я этим не занялась, я очень сильно недооценивала себя. Ну, по сути, ты сделал то же самое со мной, что я делаю со своими клиентами. Я поняла, как мне структурировать вот этот вот опыт. То есть вот та технология, которую ты подсказываешь, да, что вот... Там, ну, создать новый продукт, его продавать, да, то есть мне сама, в принципе, вот эта схема понравилась, да, что можно же вести человека до результата. То есть, ну, этот результат может быть продажа, а может быть какой-то готовый новый продукт, например. Любой результат, да, который авторская, ты, может, вот не было, а сейчас есть. Да, авторская методика, либо какая-то программа. И вот это вот мне, конечно, очень, вообще, мне такую стезю дало, что мне удалось... прописать свою программу, а у меня педагогическое образование, я ее вообще сразу же и методическим материалом наполнила, и там вот эти вот пошаговые встречи, и почасовые, и вообще просто. И, ну, это, конечно, дает очень такую уверенность. Еще мне дало уверенность то, что я ее зарегистрировала, получается, в там... Ну, ладно, в общем, она меня зарегистрировала, у нее есть циферки, номер. А самое главное, еще главнее, это работает. То есть я могу теперь параллельно вести, ну вот самый мой максимум 10 человек. С каждым я встречаюсь, я помню, на чем мы остановились. И раньше у меня был ресурс один человек, вообще один руководитель. Вот, потому что я технология туда... дает возможность тебе сфокусироваться именно на работе, а не на там, каких-то разношерстных действиях. Очень, да, то есть не интуитивное какое-то ведение, а я прям четко понимаю, так, мы тут вопрос с портретом клиента не разобрали. И не мы... надо идти дальше, да? Нет, не надо, действительно не надо, и вот мы тут либо топчемся на месте, пока вот не провалится зернышко и не прорастет, либо с разных сторон смотрим, а, я поняла, все, классно, значит, идем дальше. Вот так работаю уже я по программе. 13 человек. Кто-то уже закончил, кто-то вот еще продолжает. Вот кто закончил? Чего делают? Что добиваются? Ну, там разные были результаты. Вот как раз был фокусировка на одном, соединение нескольких проектов в один общий. И человек настолько, ну, вот получил энергию, да, это Алина. Она там благодаря вот... пониманию своей цели, да, куда дальше шагать. То есть мы там прям даже стратегию с ней простроили, вот, какие следующие шаги нужно сделать. Она освободилась, стала счастливой. Отлично. Она стала уделять внимание своей семье, а самое главное, что она первый модуль там быстрее всех закончила, по-моему, вот, хотя целый год не могла приступить. То есть она поняла, зачем ей он нужен. Зачем вообще. Ей учиться и добиваться результата. Да, ну, да, классно, да, да, да. То есть вот, вот такой результат. Потом, значит, эксперт, который был вообще в полном расфокусе, не знаю, чем заниматься, очень много деятельности, там действительно просто масса разных, там и творческая, и, значит, занимается, я даже таких слов-то не знаю, что там с финансовой деятельностью, и риэлтор, и банкротство, там, ну, вообще... Художник при этом еще, декоратор, и закончила недавно курсы по дизайну интерьера. Итак, Даша, что мне делать? И мы создали вообще абсолютно новый продукт,
Вот соединив абсолютно все. Все вошло? Все вошло. Что-то вот, такое? На самом деле, вот красной лентой двигается только что-то там одно, такая главная какая-то ценность. И у меня есть свойство эту ценность найти. И когда я ее озвучиваю, человек уже больше ничем другим не хочет заниматься. А, он ее ищет из всего и понимает действительно, что его или что в чем. Да, и самое классно. Главное, что он понимает, что... То есть это не просто такой интерес, да, а то есть это практичная рабочая схема, на которой можно вот зарабатывать не 10 тысяч, да, а минимальный пакет будет стоить 50 тысяч рублей. И абсолютно понятно, как... То есть как это сделать и так... Я каждую встречу, там мы встречаемся, да, там вот раз в неделю, и она такая, знаешь, я вообще-то решила, что это будет стоить не 50, а 80. И мне это вот очень нравится, когда мои клиенты так делают. И самое интересное, что это будут покупать, то есть мы сейчас находимся на стадии вот формирования продукта, она уже сделала тестовую страницу по упаковке. Знаешь, что в итоге? Фотография. Она занимается фотографией, да? Она во всей вот этой истории занимается фотографией, и эта фотография продает. Угу. Ты представляешь? Кто бы мог подумать? Даже есть кейсы. Мы даже кейсы нашли. Вот, и вот это вот, то есть она может фотографировать объекты для продажи, она может фотографировать какую-то контентную съемку. То есть там, там вот вообще... Кто бы мог подумать, да. Но это вот все в личной беседе, там вот эти вот вопросы, да, которые... Супер. Сколько ты взяла в работу уже людей вот по этой новой схеме, по твоему новому продукту, который ты запустила? Ну, сколько у тебя сейчас? Ну, вот 13. 13 человек. 13 уже. Человек, супер, да. Здорово. То есть у меня вот сейчас в работе 6 человек. Вот 4 места свободных. Классно, классно. Ну, если, да, будет интересно найти себя и повысить доход, найти... Время, да, да, получается, ну, любую задачу решается благодаря фокусу и пониманию упаковки своей. Да, да, самое главное, что вот повысить доход, это, пожалуй, ключевое, потому что это тоже относится к моей базовой ценности, да, я тоже хочу, ну, то есть я научилась, разобралась, где деньги, как делать эти деньги не из воздуха, да, а вот именно самореализуясь, и еще... Ну вот сразу же накладывая это на структуру. Это вообще так прикольно. Можно ли к тебе прийти, чтобы понять, подходит ли эта технология для там, меня, допустим, да, или какой-то человек, если он еще сомневается, да, например, у тебя же это там дорогая достаточно услуга, она приносит результат, да, но сначала тоже ну, непонятно, как решиться. Можно ли прийти на какую-то, может быть, встречу, чтобы побеседовать, посмотреть, то есть ты расскажешь, чем ты занимаешься, тебе человек тоже расскажет, как у тебя происходит именно знакомство с твоими клиентами. Знакомство, да, мы, во-первых, я работаю онлайн, в Zoom, мне нужно видеть человека, желательно иметь наушники, это вот такие, да, формат встречи. Сначала мы знакомимся, то есть человек рассказывает о себе, я рассказываю о себе, и потом я предлагаю проделать диагностику, кстати, твоя таблица 7x7, я ей пользуюсь, она уже очень много раз итераций прошла. И я уверяю вообще на 100%, ну вот в том формате, как я ее использую, она работает вот прям точно, абсолютно точно. То есть я... Как ты используешь? Какой результат использования? Ты ее на встрече, да, вот используешь? Да, я ее вот прям входящая как встреча. Как ты делаешь? Какую пользу человек получает? Человек приходит, и ему кажется, что ему не хватает рекламы в соцсетях. Я задаю вопросы, и оказывается, что у него вообще абсолютный вот этот вот расфокус, да, у него абсолютно много продуктов, которые, ну, услуг, которые он предлагает на рынок, и еще и от эконом до премиум, причем не в своем вот этом вот поле, да, а вообще. И вот этот вот расфокус, то есть я как солнышко свечу для всех, это, конечно, вообще вопрос не в упаковке, но... Оно как следствие в упаковке, да, потому что непонятно, о чем делаем все для всех качественно, классно, быстро, вот это вот. Мы уникальные, да, как найти свою уникальность? Ну, напишите, что вы уникальные. Уникальный эксперт. Да, уникальный эксперт. Что? Ну, да. То есть выясняется, что нет продукта или... Ну, вот этого вот самой линейки, да, прям четкости, нету какого-то конкретного типа клиента. Может выясниться. То есть это вот на диагностике, да? С помощью инструментов, которые ты даешь, вернее, проводишь человека, он это осознает.
Он осознает сразу, да, да, и он начинает, то есть некоторые уходят у меня с диагностики, потому что они, все, они закрыли свой вопрос, что, я же понял, мне вот это вот надо, ну ладно, окей. Ну, это вопрос к продажам, конечно, ну, кстати, можно эту услугу сделать платной. Можно. Да. Да, ребят, все. Ну, потому что она реально колоссальную пользу дает. Вот, и я потом к ней еще возвращаюсь, к этой диагностике, когда мы идем к завершению, то есть мы прям смотрим, что даже вот за вот эти там 3-4 недели, ну, кому-то надо дольше, вот, что вот за вот этот период работы, как все изменилось вообще. Было стало, да? Очень сильно, да. И, конечно, это очень сильно влияет на доход. Отлично. То есть, получается, вы проходите, заполняете то, что человека получается, не получается. Дальше ты вырабатываешь вместе с ним план некий действий. Да, да. Дальше вы действуете по нему вместе. Да. И потом замеряете результат, да. Что улучшилось. Да. Супер. Интересно. Да, очень интересно. Я вообще, вот знаешь, скажу тебе, что я сейчас вот испытываю счастье от самореализации. И самое интересное, что я дизайн при этом не оставила. Ну, я считаю, потому что дизайнерский подход – это такой комплексный подход, когда ты думаешь, там, этот вот сценарий, все. Это все при мне осталось. То есть то, что мне нравилось в дизайне, я с собой сюда принесла. Расскажи о твоих результатах, что у тебя было, сколько ты это продавала, насколько тебе удалось выйти, какой там у тебя, не знаю, средний чек или там заработок, если ты говоришь о том, что ты ведешь. У тебя-то само это получается? Получается, конечно. Расскажи, да, поделись. Я вообще имею такой принцип, что если у меня не получилось что-то, да, то как я могу этому учить? Вот тот путь, который я прошла и не один раз, да, который я смогла структурировать, вот именно это я могу и передавать. И по сути, вот те, кто ко мне приходят в итоге, они видят эту идентичность, да, видят вот этот вот путь, это чувствуется, видимо, и вот мы вместе идем. Как было? До того, как мы начали с тобой работать и как я написала технологию, это было 3 встречи по полтора часа. Там с отчетом, я очень долго писала отчет, иногда очень долго писала отчет. Самый долгий отчет у меня был полгода. То есть, ну, я мучилась вообще, не люблю писать отчеты, и мне это просто было... Ну, само слово какое-то неприятное. Хотя вроде дело мое, да, у меня есть выбор, но тем не менее я этого не осознавала. Вот, сейчас я формирую отчет прямо на встрече. Иногда я включаю экран и в виде схемы, наглядная схема, которая... То есть у тебя еще человек инструкцию получает? Конечно. Классно. То есть вообще, и вся инструкция, он сразу же ее получает, он может ей пользоваться, он может ее применять на своих сотрудников и вообще в своем деле, да, вот в контенте, кстати, очень классно применяется эта схема, то есть вообще вот, ну, такую опору, да, и каждая встреча чаще всего заканчивается вот такой схемой. Это очень такой, ну, я считаю, классный инструмент. Это ты на 3 встречах делала? Да, ну, раньше нет, раньше я вообще писала после каждой встречи отчет, мучилась, там, страдала, но писала, мне это было трудно, отчеты были хорошие, меня за них благодарили, но мне было как-то вот тяжело и трудно. А сейчас у меня 3 встречи стоят 50 тысяч, этот экспресс я опять включила, ну куда я без него, мне очень нравятся быстрые результаты, результаты по осознанию, да, пониманию, куда дальше двинуться, вот. Вот этот вот экспресс, он стоит 50. Первая встреча – это такой серьезный аудит, абсолютно многослойный бизнеса, человека там, вот, в этом бизнесе. То есть я с самой личностью, с психологией не работаю. Я работаю именно вот с материалом, где он взаимодействует, ну, проявляет себя профессионально. С проектом, своим, со своей работой, своим бизнесом. Да, да, именно вот где он как эксперт. Вот, и мы вот этот вот многослойный пирог, мы тут вот в этих рамках ходим. И на следующую встречу я даю обратную связь. То есть я говорю, что вот здесь, либо это сразу же... Ну, в общем, они вот просто... Знаешь, она такая, вот зависит от моего оппонента. Как оно пойдет, я вообще никогда не могу сказать. Я просто знаю, в каких рамках я буду действовать. И к какому результату вы идете?
Да, и к какому результату вы идете? Мы идем к результату, что понятна стратегия, куда дальше идти, и понять вот тот запрос, к которым человек пришел, он закрыт. То есть на какую табуретку сесть. Угу. Да, потому что если мы сидим на многих табуретках, уникальность не найти. Вот. Либо он понимает, в какую сферу ему дальше двинуться. Или он понимает, нужно нанимать сотрудников или идти в структурирование. То есть он прям четко начинает, но я все равно в рамках вот уникальности именно действую. Так, в итоге он получает за 3 встречи полное понимание, куда ему идти, что делать, да, и стратегию, и как прямо пошаговый план. Класс. Вообще, причем он будет независим от внешних обстоятельств вообще. То есть неважно, что там за пределами, ну или на рынке, там, или еще где-то, даже в компании, то есть сам руководитель понимает, какие ему ближайшие действия сделать в рамках его ответственности, и это уже будет улучшать его бизнес. Вот прям, вот я считаю, что это вообще очень классная, да, штука, супер. Потому что когда там, ну вот это сделать, туда сходите, на рекламу деньги закиньте, там еще что-то, ну это вообще не... И тестируйте, что сработает. И это тоже, да-да-да, нет. То есть спасибо за совет, да? Прям четкий, конкретный именно для этого. То есть это не какая-то там типовая история, вообще нет. То есть у меня у каждого... Дизайн почему подход. У меня там очень масса бизнесов через меня прошло, да, я вот прям реально вспомнить не могу. Мне, видимо, нужно сесть и вот вытащить ключевые. Ну вот я говорю, даже с риэлторами, да, мы описали там за 3 встречи не продающиеся квартиры, они подняли на них стоимость и продали их на 40% дороже. То есть они не продавались, они повысили стоимость и продали еще даже? Продали, причем они просто правильно их сняли, мы, ну, сняли на видео, выложили в YouTube, и там им приходилось продавать через посредников и платить этим посредникам, они начали напрямую. То есть вот это вот, ну, начали зарабатывать, что уж говорить. Хорошо. Это вот у тебя один продукт или еще что-то есть? Есть, конечно. Какой вот еще? Вот этот вот продукт, он включается в следующий продукт. Да. То есть может возникнуть такое желание, что мы нашли уникальность, и вроде как бы ее нужно как-то вот на технологию наложить. Да? Технология – это вот когда каждый этап прописан в формате результата. Это вот как раз я на систематизации научилась, и я сразу начала это практиковать. То есть у меня там консультация платна, консультацию я сделала там переездом. То есть вот помнишь, я консультировала по переезду, да, очень актуальная такая тема была вообще, я там реально зарабатывала денежку. То есть, ну, в общем, вот я каждый этап для этого человека прописываю... Как технологию с результатом, чтобы он мог использовать. Конечно, да. И мы пишем. И на самом деле это становится авторской методикой. Человека, клиента. Моего клиента, да. Для его клиента. Угу. Понимаешь? Да. Да, все. И за это вот он еще дополнительно с тобой работает, и это второй шаг. Это второй шаг, да. И есть еще третий шаг. Недостаточно построить это все. Нужно это еще перевести на язык клиента, чтобы это было понятно, да. Вот я просто массу, вот тысячи смыслов насобирала для своих клиентов. Для себя это сделать, я уже говорила, да, невозможно, но для вот своих... То есть эти смыслы, они продают. Они продают за человека, понимаешь? Это вообще, то есть смысловой контент, ну вот у меня нету исследований, но даже моя, да, практика показывает, что это 80% продажи, вот этап. То есть человек, читая смыслы, он понимает, что там происходит, приходит проверить, эта голограмма совпадает с начинкой, да, с продуктом, и там просто все, остается только сделать сделку, ответить на возражения. Про возражения тоже даю, ну, как я его называю, скрипт продаж. На самом деле там такая таблица, ты ее видел. Таблица, я ее зову результат результата, где я ее прописывала, да, на твою систему. Вообще я пишу ее вот именно на систему, ну, вот эту вот технологию клиента, и, ну, там просто 100% конверсия. У меня тоже есть такие кейсы. Отлично. Да. Много технологий, много полезного. Так, да, ну это все можно, да, будет протестировать, попробовать, посмотреть, ты все покажешь. Да, с удовольствием.
Сколько ты заработала? Сколько я заработала? На этом все. Счастье. Ну вот на сегодняшний момент у меня это как в заявках 1 200 000. Это что значит в заявках? Ну, то есть мне еще не все до конца оплатили, а у тебя то есть у меня там есть рассрочка. Да, у меня есть, ну, вот у тебя контрактов на 1 200 000, да. И супер. Да, прикольно. Да, это да, вот да. На новой теме. Да. Здорово. Это с августа. Я вообще никогда в жизни так на интерьерах не зарабатывала. Угу. То есть я там вот как-то вот из малыша так и не выросла в какого-то. Хотя проекты были даже и масштабные, да, но тем не менее, все равно вот как-то много делаю, много стараюсь. Мне казалось, повышу стоимость. И надо будет больше работать, да, а я и так много работала. Надо, значит, больше совести, что ли, где ее взять, она и так тоже уже на максималках, в общем. Да, вот сейчас я понимаю, что, ну, вот эта вот стоимость, она зависит от той пользы, которую я даю, и я ее даю. Прям совершенно. А в чем ты видишь, ну, понятно, что себя сложно как-то оценивать, но все равно... В чем ты видишь свою уникальность? Потому что много разных коучей, там бизнес-мышление, психологическое мышление, мышление больших денег. Это вот про это или у тебя, вот я понял, технология другая немножко. Вот в чем твоя уникальность, как ты считаешь? Именно как личности, наверное, да? Потому что у тебя еще личный какой-то подход, ну твой. У меня личный, да. И второе, у тебя, ну, вот эта вот технология есть, которая ты сейчас рассказывала, она уже интересна, то есть мы сейчас послушали. Есть свои там методики, ноу-хау и все остальное. Вот, но вот как личность, как ты проявляешь себя? Вот, значит, я на себя со стороны посмотреть не могу, но я могу слышать обратную связь от тех, кто со мной работал. У меня бывают такие дни, что, ну вот, я провожу максимум 2 встречи в день. И вот в этот день мне оба клиента напишут: «Я тебя люблю, у меня все круто». То есть спасибо тебе. У меня прям, ну, много очень признаний в любви в это девушки. И это просто такое, ну, счастье от самореализации, от понимания, что делать, да, от понимания, вот, куда идти. И там не ближайшие шаги, а вот прям перспектива видна. Вот. У меня очень атмосферные встречи, да, то есть, ну, дружеские, что ли, так скажем. Отношения, да, дружеские отношения. Ну, для меня это очень важно. То есть я вижу, бывает такое, что тормозит поднять там стоимость какое-то ограничивающее убеждение. Я очень-очень ласково и тактично, да, это ограничивающее убеждение меняю на него точку зрения человеку. Только вопросами, я никогда не советов, я могу дать рекомендацию, а человек с ней может уйти и там вообще через несколько встреч сказать: «Даша, я поняла», или там: «Я понял, что ты имела в виду». Да. Вот это еще моя уникальность в том, что, ну, я сразу же вижу, где сила человека. Вот тут вот он просто будет бесконечно генерить и не будет уставать. Это на самом деле такая одна из таких жирных точек. Писать текст, контент, снимать видео именно по своей теме. Да, либо вот, ну да. И от работы не будет уставать. Да. Тебе нравится твоя работа? Очень. Не устаешь? Нет. Испытываешь счастье? Да. Я очень, да, рад, когда человек занимается своим делом, все получается, и именно когда так происходит, и у клиентов тоже всегда есть результаты. Вот подтверждение. Да, здорово. Я вообще очень рада, что я это нашла, и мне было очень страшно поменять профессию, но я осталась в рамках дизайна, да, при этом, при всем. Я помогаю очень многим дизайнерам, я знаю кухню изнутри, я очень много имела практики там и в комплектации, авторском надзоре, да, и вот эти вот все моменты тоже у меня плюс, у меня огромная насмотренность, я же хожу практически каждую встречу на лайв, и я знаю, с какими ребята вопросами приходят, и как ты им отвечаешь, да, и у меня уже есть своя точка зрения на что-то, то есть вот эта вот насмотренность, общение в этой среде, оно мне позволяет вот дальше идти, развиваться и быть полезной. Спасибо даже за интервью. Спасибо, здорово, да. Видеть такого счастливого, классного человека, увлеченного своим делом. Посоветуй или скажи что-нибудь нашим зрителям, кто сейчас смотрит на такую прекрасную, настоящую девушку. Спасибо большое. Это, кстати, тоже моя уникальность. Мне часто говорят, что я очень естественная. Да.
Эксперты достойны больших денег, они могут много зарабатывать. И я сама прошла этот путь, и это на самом деле простой путь, да, но там есть трудности, и они преодолимы с поддержкой вообще. Очень-очень даже легко и не в таких больших временных рамках. Даша, спасибо, что пришла, спасибо, что поделилась. У тебя очень классная, вдохновляющая история. Рад, что ты была с нами. Спасибо, Стас, за приглашение. У тебя классная студия, атмосфера. Благодарю тебя.